Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находится устройство Realme C51. И сейчас я покажу вам, как помочь аккумулятору вашего устройства работать дольше. Итак, первое, что мы можем сделать, это заряжать устройство заводской зарядкой и заряжать в диапазоне от 20 до 80%. Далее мы можем опустить вниз шторку и подключать все ненужные нам в данный момент функции. Например, Bluetooth, точку доступа, мобильные данные и так далее. Если мы этим всем не пользуемся сейчас. Также мы можем перейти в приложение «Настройки», пройти в раздел «Батарея». Здесь мы можем ознакомиться с расходом заряда батареи, то есть с тем, как приложение использует заряд, энергию. Далее, у нас здесь есть функция «Менеджер батареи». Мы можем включить эту функцию, и тогда у нас будет появляться приложение, которое быстро расходует заряд и, в общем, будет также предложение ограничить работу этих приложений. Дальше. У нас здесь есть, конечно же, режим энергосбережения. Мы можем его здесь включить для длинного расписания. Но это когда у нас мало заряда осталось. У нас есть также режим суперэнергосбережения. Далее. У нас здесь есть оптимизация в режиме ожидания. То есть мы можем здесь оптимизировать некоторые приложения, либо запретить также какие-то перезапуск в режиме сна, принудительное закрытие приложений, мобильный интернет в режиме сна. Это также может нам помочь экономить заряд батареи. Также здесь есть автозакрытие приложений при блокировке экрана. Вот, мы можем выбрать приложения, которые будут автоматически закрываться. Можем управлять автозапуском приложений, то есть запрещение перезапуска приложений экономит энергию. Вот, мы также можем здесь выбрать какие-то приложения. Автозапуск, перезапуск. Вот. И у нас здесь есть также энергозатратные приложения. Вернее, здесь у нас их нет, но если у нас есть какие-то приложения, которые тратят очень много энергии, они будут в этом списке. Вот. И, в принципе, это все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.